Приветствую всех на канале Makita PT. В сегодняшнем выпуске мы рассмотрим сетевой миксер UT1200. Инструмент предназначен для перемешивания краски, клея и строительных смесей примерно до 30 кг. В комплект поставки входят сам миксер, инструкция по эксплуатации. Инструмент оснащен щеточным мотором мощностью 960 Вт с функцией плавного пуска и электронной регулировкой числа оборотов. Количество оборотов без нагрузки до 590 в минуту. Данное число можно регулировать силой нажатия курка. Для непрерывной работы курок можно заблокировать. Курок защищен резиновой оболочкой с целью защиты от грязи. Шпиндель инструмента снабжен внутренней резьбой М14. Допустимо использование оснастки диаметром до 120 мм. Длина сетевого шнура 3 метра. В целях безопасности шнур оснащен двойной защитной изоляцией. Габаритные размеры 340 на 210 на 295 мм. Вес инструмента 3 кг 230 грамм. Произведен в Германии. Купить этот инструмент вы можете на нашем сайте makita-pt.ru. Ссылка на товар будет в описании под этим видео. Если данный ролик был полезен для вас, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео.